Да. Екатеринбург. Отель «Спам». А еще, а что здесь происходит? А, это интервью. Здесь происходит совет директоров. Спасибо огромное. Пожалуйста. Хорошего дня. С вами. Я хочу, чтобы вы активно отвечали, ну, мне взаимностью, я буду вас спрашивать, вы говорите мне. Еще у меня огромная просьба, пожалуйста, подходите к нашим спикерам, ко мне, спрашивайте в перерывах, общайтесь. Мы приехали специально, чтобы поделиться с вами нашими идеями, чтобы, ну, ответить вам на ваши вопросы. Итак, модель влияния. У каждого из нас, как у руководителя, стоит задача, как те самые необходимые модели поведения наших сотрудников для того, чтобы мы смогли достичь результатов нашей компании. У каждого из вас есть планы продаж, планы по прибыли, не знаю, какие планы по росту, планы по аудитории. Но любые планы выполняются не нами и не вами. Они выполняются нашими сотрудниками. И в этом самая большая проблема. Проблема связана с следующим, что человек – это основа компании. Может быть, это слишком банально, но модели по Белбину, модели диск, модели еще какие-то разные, но это все упрощалки. Таким образом, получается, есть мы и есть они. То есть мы, имеется в виду мы, мы руководители, и есть они, наши подчиненные. И наша цель – научиться на них влиять. Все это подходит, я подвожу вас к тому, что наша с вами главная задача, с которой мы сталкиваемся ежедневно, как нам сделать так, чтобы сотрудники, которые работают в нашей компании, делали то, что мы им говорим. Как раз и говорим. Поведение сотрудников. Что же это вообще такое? И с чем его едят? Как вы думаете, что влияет на поведение сотрудников? Кто из вас был хоть раз на тренинге личностного роста? Получать удовольствие от вашей жизни, от нашего общения, от общения с вами, от нахождения здесь сегодня.